что касается России и Грузии, то он возник не просто так, не на голом месте, после конфликта. Я хочу отметить, как бы это не показалось тривиальным, не мы в этом виноваты, не мы начали боевые действия в Южной Осетии, но в конечном итоге все-таки нужно думать о нормализации, и я не исключаю возвращение к безвизовому режиму для граждан Грузии в Россию. Мне кажется, что для этого есть все основания, тем более, что мы видим определенные сигналы со стороны отдельных правящих структур в Грузии. Очень важно наладить нормальные взаимоотношения по линии спецслужб и правоохранительных органов с точки зрения совместной борьбы с терроризмом. Вот чтобы этот безвизовый режим ни в коем случае не наносил ущерба нашей безопасности. Именно вот на этом антитеррористическом треке думается, что это вполне возможно.